На подхватку ведь. Неплохая рыба. Обана! Ну, как-то так. Как-то так начинаются справы у рыболовного клуба «Джих» рано утром. Друзья, всем привет. Всем привет. Сегодня у нас последняя рыбалка лета 2020. Уже в следующий раз мы выйдем на воду, вот так вот, сдох. Уже в следующий раз мы выйдем уже на воду, уже в сентябре, это будет осень, ранняя осень. Мы второй день, вчера мы подловили немножечко рыбки. Вот, не снимал, потому что был уставший, не то что снимать, дыхать, как кажется, не хотелось. Сегодня я не сам, сегодня со мной не члены клуба. Уже Виктор Николаевич, ну помаши ручкой, пожалуйста. Серега, сосед. Ну, и я, конечно же. Все, мы погнали, будем искать рыбу. Чуть-чуть немножечко вчера разобрались. Будем надеяться, сегодня будет лучше. Все, мы потулели. Наверное, подбагрил. Первая рыбка второго дня. А не, смотри, какой басик влетел. Ух, горный какой. Конечно, не мега, но... Так, мы сейчас его только раз запасть. Есть рыбка. Есть. Крайняя летняя. Все, потом начнут осенние ловиться. А сейчас пока летние. Ага. Красавчик. И старые добрые пиндики. Стоят, никуда не делись. Иди расти. Стоят, родные. Ждут приманочку от Эдосика. Больше желающих нету. А не, кто-то там бодается. Ладно, посела. Вообще без поклевки просто подсел и все. Наверное, подбагрил. А не, так идет. А не, я закину. Подхватка ловим прям на лету, да? Вот это уже хорошая рыбка. Я знал, что он тут есть. Ребята клевать не хочет. Просто подсаживается, как этот самый. Вот. Это реально судачок 42 с лихвой. Ну, поймал. Мал золотник, да дорог. Зеленочка, значит, сработала. О, красавчик. Красава. Самооцепление. Давай, лови, лови, хоть маленькую, но лови. Снимай. На, как это, ее надо снимать. А, какой махонький. Это мой. 100%. Брюх. Попробуем селектик. Очередная точечка и очередной первый заброс на точечке. Ну, тоже такая здесь точилечка. Здесь рыбочка всегда присутствует при любых раскладах. Размеры, конечно, не всегда, но сам факт, что рыбулька есть. И сегодня зеленка опять в фаворитах, да? Да.
камеру включил, а вдруг это не рыба. Шмакодявка. Я не шмакодявка. Вообще рыба клюет без поклевки. Так раз и съел, и все. Такое впечатление, как будто тянешь приманку, а он пасть открыл, а ты раз, жух, и заехал ему в пасть. Тр-ли-ли-ли-ля-ля-ля-ля. Тарабанить? Может быть, может быть. Да, вчерашняя история. Не, хотя вчера штучки три клевастика были таких жестких. Было атаки настоящие. А в целом, в основном, просто подсаживается рыба и все. Тихо, тихо, ты так это сам палку переломаешь. Ну, это поклевка была. У меня тоже уже только что было такое, что-то похоже на клевастер. Да, таких еще сегодня у нас не было. Так реку приманку размером. Ну да. Пытается скушать рыбку покрупнее, чтоб раз и нажрался на месяц. Да, мелкий стоит на меляке, а покрупнее на 5-6 метрах. Хороший, гарный. Дрейки, ты маленький на фоне этого огромного окуня. Возле сам пить самый локоть. Тихо, 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 тихо. Иди сюда, котлетка в тесте. Ух, у него вот эти жабры. Ну, колючки какие. Якорь вижу. А, окуняра. Смотри, какой, ух. Басло. Вот он. Красавчик днепровский. Весь в каких-то пиявочках, червячках. Клюнул так по-пацански. Как положено? Угу. Ну, подхватку ведь. Плохая рыба. Кабанчик! Вот это полторушечка где-то есть. Дождались и такую рыбку. Смена приманочки. И вот он, полтора килограммовый красавец. А, злый день. Селектик. Давай я возьму красивого такого. Покажу нашим телезрителям. Сейчас бы показал бы, дай дорогу домой. Да они. Ребятки, полторашечка, чтобы вы понимали. Есть такие рыбы тут. Ну, блин, заставить его ловиться тяжело. Вот она, приманочка. 0,27 цвет. Изи. Шед 3,5. Селектовский. Покупаем в рыболовном магазине Джих. Правильно? Совершенно верно. Все. Больше народ подтверждает. Я же не то, что так вот понты гоняем. Продолжаем. Даже на окуня похоже. Ну, с
стояла даже. Ну, ну так він, да. Я ж бачу по кончику, як він. Те саме. Теребонька. Я не робив, дивився на ракушку. Я понял. Надо почаще смотреть на ракушки. Там. Ракушку. А, не надо. Я так его закину. Есть тут судачок, ты понял? Неплохой такой себе. Мачок понятно. Мачок. Все, ребята, последний летний заброс. С летом мы попрощались. В целом рыбалку увидели, половили, можно сказать, на славу. Рыба начала потихонечку шевелиться. Если предыдущие рыбалки были в основном одни пендари, то за эти два дня попался и полторушечка влетела, и такие судочки были интересные. Первый день я жаворил, не снимал. В общем, не говорю прощай, а до свидания. С вами был рыболовный клуб «Джих». Встретимся уже осенью. Все, пока.